Из 6500 обратившихся за юридической помощью большую часть составили женщины. Самыми актуальными вопросами стали оформление наследства и земельных участков. Основные задачи Министерства функций – это правовое просвещение. Один из основных задач. Вот акция «Декада» тоже по оказанию бесплатной юридической помощи, тоже она была как рано отмечена, приурочена ко дню принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 10 декабря, Генеральной Ассамблеи ООН. Да? Вот правовое просвещение, оказание бесплатной юридической помощи, защита прав и интересов свободы граждан. Это как раз так и эти мероприятия осуществлялись в рамках декады. Для оказания юридической консультации во время декады было привлечено 450 адвокатов и юристов. Более чем 300 гражданам назначены адвокаты для оказания профессиональной помощи в рамках уголовных дел. И здесь очень важно отметить, чтобы для наших граждан было понятно, адвокаты – это не государственные адвокаты, и вообще нет понятия «государственный адвокат». Это частные адвокаты, с которым государство заключает соответствующий договор на оказание бесплатной юридической помощи. То есть помощь юридическая для граждан бесплатна, а для адвоката со стороны государства оплачивают соответствующий гонорар. На проведение декады из бюджета страны не было выделено ни сома, отмечают в ведомстве. Все расходы на себя взяло Министерство юстиции. Это ежегодное мероприятие, которое организует наше министерство. Здесь мы не тратим ни копейки из госбюджета. Однако наши доноры всегда помогали с покупкой канцелярских товаров и дополнительных расходов на изготовление буклетов, плакатов. Но в этом году мы провели декаду без посторонней помощи. В Министерстве юстиции отметили, что с завершением декады по оказанию бесплатной юридической помощи консультации граждан не прекращаются. До конца года планируется запустить горячую линию. А пока нуждающиеся в юридической поддержке могут позвонить по номерам, указанным на сайте министерства. Чезгуль Атеева, Самат Долутаконов, 5 канал.